Весь июль мы пекли пироги, и собралась такая хорошая группа из 10-20 человек, молодых ребят, которые обучились печь карельские пироги, обучились делать их очень красивыми и очень хорошего вида, и жители узнали о том, что ледовый каток строится у нас, в том числе и с помощью калиток. Опытным путем мы доказали, что калитки могут стать основой экономики Карелии, и на самом деле с помощью производства калиток мы собрали 60 тысяч рублей на ледовый каток.